Здравствуйте, подписчики и гости нашего канала. Продолжаем тему масленицы. Поговорим о блинах. Каких их только не бывает, из чего их только не готовят. А потом из блинов уже можно приготовить всевозможные десерты, закуски, пироги. И сегодня мы приготовим вкусный пирог с творогом. У меня еще залежалось пару яблок, и в результате мы получили вот такой блинный десерт. Блины у нас есть, остается приготовить начинку. Яблоки чистим, режем на небольшие квадратики. На сковородке на сливочном масле обжариваем яблоки плюс сахар. К творогу добавим сахар, ваниль, яйца, все хорошо перемешаем, пару ложечек сметаны и соединим это все с яблоками. Берем любую имеющуюся у вас форму. На дно я положила пергамент, смазала его маслом. Теперь на край блина вот так выкладываем начинку. Можно это делать при помощи кондитерского пакета, но я и ложкой хорошо справилась. Заворачиваем сначала блин в трубочку, а затем вот так в улиточку. Для заливки на мелкой терке натерла сыр, добавила яйцо, сметану. Все пропорции будут у меня внизу в описании. И нанесла эту заливку сверху пирога, осторожно проталкивая ее между блинами. Затем уложила вот так дольками яблока. И отправила в духовку при температуре 200 градусов минут на 40-45. Желаю всем приятного аппетита. Кушайте вкусно, будьте здоровы и живите долго. Кому полезно было мое видео, ставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно. Кто еще не с нами, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий выпуск. Пишите, печете ли вы блины? Скажу спасибо за оставленный рецепт вашего приготовления блинов. А пока всем пока-пока. До скорой встречи на кухне и на рыбалке.